День четвертый, праздник тот же. Мои дорогие, у меня сегодня на обед жареная картошка, предварительно отваренная, пожаренная на сливочном маслечке, и селедка. Селедку купила целой рыбкой в магазине рядом с домом и почистила ее сама, абсолютно сама. Здесь еще и корка. Представляете, посмотрите. А, какая-то роскошь, это очень вкусно. Я приготовила себе авокадо. Разрезала его уже. Естественно, у меня лепешечка узбекская. Подсохла. И стакан воды. Кувшин поставила. Целый. Кушать хочу. Пришла из леса. Вышла из душа. Блядь, как вкусно. Нагуляла аппетит. Что-то такое. Зубы скрипнули. Сразу понятно, да, что это Инна чистила. Картошку вчера варила с пьяных шар. Пока у меня был стрим. Думаю, ну это надо же, а. Думала, сварю ее. Представляете, какая корка. Я молок ем, икру ем. Пришла еще пока маленько сохла после душа. Разобрала машинку, постирала. Вот сейчас вторую машинку. Буду вторую партию белья доставать. Сто грамм фронтовых не хватает. Сегодня 9 мая. И я вас всех поздравляю с главным праздником страны. Вчера наклюкалась, как сука. Сегодня пить не буду. Буду встречать праздник в трезвости. Какая вкусная картошка. Что хочу сказать. Короче, заходила вчера в магазин. Там продается типа кулинария. Еда на развес. 100 грамм картошки вот такой вот золотистой. Знаете, сколько стоит? 30 рублей. 32, что ли. Блин, килограмм картошки стоит 30 рублей. А там 100 грамм. Короче, меня жаба задавила. Я сама пожарила. Что, деньги бросать, да? Налево-направо. Нужно быть экономными. Я очень берегу. Денежки нужно беречь, чтобы они водились. Иначе денежки обидятся и уйдут. Вот косточка. Блин, как вкусно. Очень. Очень вкусно. Просто обалденно. Картошки в доме больше нет.
А селедочка есть. Думаю, селедочки нужно что подрезать? Пару кусочков, потому что не хватит. Сейчас я мигом подрежу еще селедочки, чтобы было вкуснее кушать. Совсем немножко подложила. Вот тут вот пару кусочков и икорки один кусочек подложила. Ну а как? Покушать, так покушать. Руки. Все в лепешке. Думаете, закончилась лепешка? Черта с два. Есть, есть у меня еще. Очень люблю этот круг. Всегда его кушаем. Самый сухонький. Знаю, знаю, что можно в микроволновке погреть, и будет, и будет хлеб посвежее. Некогда мне думать об этом. Я жрать хочу. Очень вкусно, вы понимаете? Самая простая еда, она всегда самая вкусная. Посмотрите, да, какая янтарная. И корочка. Рыбку чистила, она такая плотненькая, она такая классная. Совсем мало осталось. Картошечки маловато. Я сейчас подолью себе водички. Обыкновенная кипяченая вода. Пошла в лес, накипятила воды. Пока ходила, гуляла, она остыла. Чайник на балкон ставила, чтобы он маленечко охлынул. Как граблями. Нужно, чтобы ничего не пропало. Ни одна это, ни одна картошечка. Как она вкусная. Представляете? Просто сварить сначала, а потом пожарить. Ваше здоровье. Водичка слегка теплая. Еще не успела охлынуть. Я такой водохлеб вообще. Я в день выпиваю. Вот по два таких кувшина. Просто это водички. Хожу, пью и пью, пью и пью, пью и пью. Очень водохлеб. Вот сейчас Женя ходили в лес. Я даже с собой брала водичку пить. И Женька брала.
каждый брал себе. Очень вкусно. Прям вот вообще. Самое то. Ни много, ни мало. Самое то. Смена экспозиции. Купила твердыми. Видите, полежал, поспел. Видите, какой мягонький. Разрезала уже. Авокадо. Самый полезный фрукт в профилактике раковых заболеваний. Смотрите. Такой маслянистый, такой... Для красивой кожи еще. Вкус авокадо нужно понять. Нужно привыкнуть к нему. Не каждый любит. Я очень. Блин, я все люблю. Все, что дорого, и все, что у нас не растет. Вот это я все люблю. Не знаю, думаю, наелась. Думаю, половинку сейчас заточу. А половиночку потом. Да-да-да. У нас такая экология плохая. Но я живу в промышленном городе. У нас моногород. У нас в основном эти, как сказать, заводы. Нужно обязательно кушать авокадо. Обязательно. Я кому говорю, все начинают есть. А вот это можно сделать масочку на лицо, вот так вот почистить. Сейчас, кстати, так и сделаю. Все, мои дорогие, как мне было вкусно. Прям вот, знаете, как вкусно, как замечательно. Жарко же у нас сегодня 28 градусов. Представляете, 9 мая у нас 28 градусов. И чая-то горячего не хочется. Ну, сейчас еще и день, сейчас время. Сейчас скажу, сколько. 15.03. 15.03. У меня был обед. Семечка кунжутная. С узбекской лепешки.